И что бы мы с вами как бы не делали, куда бы мы как бы с вами не шли бы, мы все равно, все, что мы считаем опасным, оно является безопасным. А все, что безопасно, оно очень опасно. Поэтому обратите внимание, то есть когда вы принимали решение учиться в вузе, в университете в каком-то, да? То есть как бы, когда вы это делали, вы считали, что поступление в вуз это вещь какая? Ну, безопасная, да? Но когда вы выпустились из вуза и стали никому не уже, эта вещь стала для вас опасной. Вы допустили ошибку в профессии, вы допустили ошибку во время препровождения, во время вуза, и то, что было безопасным 5 лет, стало опасным на выпуске. Обратите внимание, все, что на входе безопасно, на выходе всегда опасно. А то, что на входе опасно, всегда на выходе безопасно. Запомните это раз и навсегда. Что бы вы ни делали в жизни. То есть, если вам кажется это опасным, то это делается безопасно для вас, в конце концов. Почему так? Вот почему мы можем об этом обо всем вам с вами сказать? Все очень на самом деле просто. Дело в том, что давайте посмотрим на очень опасную вещь, которая как бы существует как бы, в мире. Это выстрел в человека с расстояния там, 10 метров из пистолета. То есть это как бы опасная вещь, человека можно убить с пистолета, вероятнее всего, даже средний стрелок с расстояния 10 метров тут попадать нечего, как бы да, то есть попадет. А если еще там пистолет оснащен автоматическим режимом огня, я имею в виду очередью, то как бы скорее всего он поразит цель до расстояния 10 метров, то есть это достаточно близко, да. Давайте посмотрим, это опасно, да, но когда я сказал опасно, мы что с вами сразу же получили? Мы получили возможность, а меня это касается или нет? Вот первое, что мы себя спрашиваем, нас это как-то коснется или нет? И то, что нас толкает, то, что нас заставляет двигаться, то, что нас заставляет что-то как бы делать как бы по жизни, это только вот этот вот постулат о том, что нас это коснется или к нам это имеет отношение какое-то вообще, хоть какое-то отношение, или не имеет, понимаете? И когда мы вот подойдем к этому вопросу вот таким вот способом, мы поймем, что вот вообще краеугольный поворот имеет к нам отношение или нет. Вот это тот момент, когда опасное становится безопасным или безопасное становится опасным. Это то, с чего происходит переход от опасности к безопасности, от безопасности к опасности. Что если мы говорим, что да, когда к нам имеем отношение, мы начинаем думать, как себя обезопасить. Мы пытаемся сделать это управляемо, мы начинаем читать литературу, мы начинаем об этом получать информацию, мы начинаем советоваться с экспертами, начинаем, то есть мы начинаем исследовательский подход к этому вопросу, как мы умеем уже, но мы пытаемся это сделать, в конце концов, если человек долгое время тратит на это время или короткое время при хороших там инструкторах, оно становится для него безопасным. Что значит безопасным? Управляемым становится. Да. Человек, он так устроен, его интеллект так устроен, что он пытается сделать свою жизнь безопасной. Если он считает, что это его касается, он будет пытаться сделать свою жизнь безопасной. Да. То есть, как бы, он станет с этим работать. А с тем, с чем он станет работать, он от этого перестанет зависеть. Рано или поздно. А вот то, что он считает абсолютно безопасным, оно выльется в опасность. Для него.